Открытого пламени не наблюдалось, однако из окон квартиры на втором этаже шел сильный дым. Прибывшие экипажи противопожарной службы, с учетом того, что под угрозой могла оказаться жизнь людей, эвакуировали жителей и провели обследование горящей квартиры. Было эвакуировано 19 местных жителей. Из квартиры в бессознательном состоянии вынесен мужчина 30-35 лет. По предварительным данным, у него отравление угарным газом и травма головы. Пострадавшего госпитализировали в центр гиперборической оксигенации. Здесь врачи действительно констатировали у него черепно-мозговую травму, а также состояние комы вследствие удушья. Благодаря предпринятым мерам состояние мужчины улучшилось. В данный момент пострадавшего готовят к переводу в Шымкентскую городскую больницу номер 2. Дальнейшее лечение мужчина будет получать в отделении нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи. По факту возгорания проводится расследование.